Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Пурнама Верховный Господь, Личность Бога, всесовершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из Него исходит такое множество законченных частей. Тут описание абсолютной истины в вступлении. И что такое абсолютная истина? Это совершенство. Все совершенства, абсолютное совершенство. Это очень важно знать. Это прежде всего необходимо знать каждому человеку, что есть совершенство, оно уже существует. Мы не можем открыть совершенство или создать совершенство. Мы не можем изобрести какое-то знание. Мы ничего не можем создать новое. Все уже есть всегда, во все времена. Здесь говорится об этом полном. Пурнам, да, Пурнам, да, полное целое, включающее в себя абсолютно все. И второй момент. Многие люди это признают как философы. Я думаю, что каждый философ признает, что есть источник начала всему, источник всех совершенств, всего разнообразия, всех знаний, всех форм жизни и так далее, всех энергий. Но их сбивает с толку разнообразие, окружающее нас вокруг. Почему их сбивают с толку? Потому что кажется, что это абсолютная истина, полное целое, совершенное, разбито на составляющие части, разобранное. Поэтому как целое не существует. Очень трудно понять единство, потому что в этом мире мы видим противоречие, несогласованность. Поэтому человек пытается сгармонизировать этот мир по своей глупости. Он не понимает, что это лишь явление ума, двойственность, что в природе этого не существует. Это лишь природа ума. Он не может понять это из-за иллюзии, поскольку он мыслящее существо, он доверяет своему уму как абсолютной истине, как некому совершенству. Но здесь говорится, нет, мы не являемся совершенным знанием, мы частичка знания. Частичка. И мы можем быть наделены полнотой для собственного существования. Но мы не можем понять полноту как таковую, потому что мы частичка. Можем понять только свою полноту. В этом заключается как бы миссия человека — осознать свою полноту, свою самодостаточность. На самом деле человеку ничего не нужно делать для того, чтобы поддерживать свое существование. Ничего. Все уже есть. Вы спросите, кто так может жить? Дети. Они ничего не делают для собственного поддержания, но всем обеспечиваются. И здесь Высший Панишет объясняется, как обеспечивается, что у каждого выделяется его доля, каждый обеспечен. Тот, кто обеспечивает, он собственник, высший собственник, ему все принадлежит. Но он каждому выделяет свою долю, поскольку он всесовершенен, он знает, как поддерживать всех живых существ.
Он знает каждое живое существо. Он знает как великие вещи, так и самые мельчайшие вещи. Поэтому он управляющий. Никто не может быть управляющим, если он не знает. Если вы не знаете людей на своем предприятии, как вы будете управлять. Если вы не понимаете собственных детей, как вы будете управлять их жизнью. Если вы даже себя не понимаете, как вы будете управлять своей жизнью. То есть знание. Это абсолютная истина. Он полон знания. И все поддерживающие силы, он определяет определенную долю. И здесь Виша Панишат говорится, что каждый имеет право брать эту долю. Это наше право, наша доля, наше существование. Но не превышать, не злоупотреблять эти права. Нельзя посягать на чужую собственность, хорошо понимая, кому все принадлежит. Это не принадлежит соседу, который богаче меня. Это не принадлежит кому-то еще или государству. Это принадлежит Богу, здесь говорится. Вот почему это не нужно делать. Потому что государство может несправедливо обойтись со мной. Так мне кажется. Сосед тоже. Партнер по бизнесу может обмануть меня. Поэтому у меня возникает план, как завладеть этой собственностью, которую мне нажито нечестным путем на самом деле. Таким образом, пробуждая зависть, люди начинают враждовать друг с другом. Но мы должны понять, кому все на самом деле принадлежит. Никто не является здесь собственником. Ни один человек. Просто выделена доля. И вы не можете использовать больше, чем выделена вам доля. Можете только копить и прятать. Но воспользоваться никогда этим не сможете. Если посчитать, сколько мы на самом деле тратим на здоровый образ жизни, совсем немного. Нужно так тяжело трудиться ради этого. Называется ослинный труд. Это просто ослинный труд. Так много усилий и такой маленький результат. Сколько можно положить пищи в желудок? Вот и вся наша доля. И неужели так тяжко нужно трудиться, чтобы наполнить этот желудок? Несколькими горстями риса, говорится. Как же так люди устроили? Потому что посягают на чужую собственность. Здесь это описывается. И также разбирается, что же есть знание и что не знание. Мы уже сказали, что мы живем в мире абсолютном на самом деле. И тем не менее, внутри этого мира есть различные энергии. Вот это интересный момент. Эти энергии кажутся противоречивы друг другу, как свет и тьма. Но вы знаете, что никакого противоречия нет, потому что они вышли из одного источника и служат одному источнику. И свет и тьма. Есть люди злые, есть люди хорошие по отношению к нам, каждому из нас. Если кто-то попадает в места заключения, там много злых людей. Особенно надсмотрщики. Если кто-то на свободе, он видит меньше таких людей, он вообще их не встречает в жизни, в свободном мире. Но те и другие служат государству. Противоречий нет. Это организация. Вы посмотрите, все живые существа отживаются от живого, говорится, едят друг друга. Это кажется противоречием. Противоестественной жизни, поедать одно живое существо другому живому существу. Жестокий закон природы. Если вы понаблюдаете, как питаются живые существа, вы придете в ужас. Вы придете в ужас, как жестоко устроен мир, особенно плотоядный. Это очень жестокие убийства, которые они постоянно живут и наслаждаются этим. Живое отживается от живого. И тем не менее, это служит одному источнику. И в природе, тем не менее, поддерживается равновесие, мир не рушится. Очень интересно. Как же так, в таком мире жестокости, где каждый агрессивен, каждый думает только о насыщении собственного желудка, поддерживается полное равновесие, потому что источник вне этого. Он ни плохой, ни хороший. Ни темный, ни светлый, ни умный, ни глупый. Он абсолютный. Он нематериальный. Так о нем говорится. И это знание. Вот так мы подходим только к этому порогу то, что называется знание. Потому что мы путаем умного человека со знающим человеком. Это не одно и то же. Умных людей очень много. Знающих практически нет в этом мире. Веда называется апаурушея, сверх ума.
сверх любого опыта мистического. Даже мистический ум, если вы имеете, вы не сможете понять это. Если даже имеете первоклассный ум, контролирующий, чистый, не поймете вы это до конца. Нет. Нет такого способа материального, чтобы получить какие-то знания о душе. Трансцендентное знание. Оно за пределами материи. Материальные способы бессмысленные, бесполезные, беспомощные. Это говорил Бхагаватам Сарасвати, общаясь с большими учеными. Он говорил: дорогой профессор или дорогой доктор наук, не пытайтесь изучать эти вещи своим методом. Это знание запредельно. Вы никогда не постигнете его таким методом. Оно запредельно. Вы должны найти другой способ, вы должны обратиться к источнику всего. Потому что знание уже есть. Вы не изобретете его. Вы не придумаете его. Оно не исходит из усилий каких-то. Оно спускается сверху. Оно просто существует, как солнце. Солнце встает, и свет распространяется. Вот и все. И в Гите говорится то же самое. Знание приходит таким образом, как восход солнца. Как вы заставите собственным усилием подняться солнце? Возможно ли это? Какие-то такие методы? Нет, эти методы не работают. И таким образом здесь Вишванапанишад также описывается, что есть знание, есть невежество. И это две энергии, исходящие из одного и того же источника. Но невежество не существует как энергия. Это интересно. Невежество — это иллюзия. Если знание — это реальность, то невежество — это иллюзия, отражение знания. Заметьте, что любая ложь, любое неведение, оно существует благодаря истине. Вы можете обмануть только, когда знаете правду. Если вы не знаете правду, вы даже обмануть не можете. Вот точно так же Эйнштейн это открыл. По-моему, насколько я помню, это Эйнштейн открыл. Додумался до этого, как гений. Что на самом деле тьмы не существует. Это отсутствие света. Тьмы как энергии не существует. Это не энергия. Тьма — это не энергия. Тьма — это иллюзия. Иллюзия означает, что вы видите это как энергию. Но она не является энергией. Она обманывает. Почему? Как она обманывает? Потому что во тьме приходит галлюцинации, воображения, кажущиеся вещи. Вот и все. И вот люди говорят: мне кажется. Я думаю. По всей видимости. Вот что Прабхупада говорит в своих комментариях. Это все иллюзия. Потому что, когда вы видите, вы не скажете: мне кажется. Мне кажется, что Дрованат здесь сидит около меня. Как вы думаете? Я так думаю. Мое мнение такое. Если вы встречаете факт какой-то, сталкиваетесь с фактом, вы не можете сказать: мне кажется, я так думаю, по всей видимости. Вы просто видите и описываете. Татва даршина. Но абсолютная истина независима означает, что вы не можете увидеть ее без ее собственной помощи. Он независим. Если бы мы могли видеть его по собственному желанию, когда я хочу, он был бы зависим от моего желания. Сивка-бурка, вещи-ка-бурка, помните? Встань передо мной, как лист перед травой. Да. То есть я повелеваю. Хочу увидеть тебя. Все, достаточно. Можешь быть свободен. Это невозможно таким методом постичь абсолютную истину. Он не исходит по собственной воле и приходит тоже по собственной воле. И никто не знает этих причин в этом мире. Как он приходит, когда, почему уходит и что делает. Хотя у всех все на глазах происходит. Никто не может понять эти вещи из обычных людей. Только трансценденталисты могут понимать планы Всевышнего. Почему? Они смотрят на абсолютную истину при помощи его же энергии, не при помощи воображения во тьме. Когда человек отрицает абсолютную истину, это тьма. Если вы отрицаете источник всего, причину всего, знания, то вы остаетесь в невежестве. Вы никогда не поймете, как все произошло, потому что вы уже отрицаете источник причин. Как же вы поймете, отрицая причину, следствие? Как это возможно? Вот поэтому они спорят тысячелетиями атеисты, сражаются и воюют.
Потому что кому-то что-то кажется, кто-то что-то думает. Но никто не видит, в какой мире мы живем. И это невежество настолько сильно, как иллюзия, что его очень трудно отличить от знания. Здесь Гитаж говорил в этих стихах. Очень сложно. Даже разумные люди не всегда могут различить эти вещи. Не говоря вот о нашем уровне. Ведь каждому из нас кажется, что мы что-то знаем. Разве нет? Уже мы в такой ситуации, что мы доверяем собственному и опыту. И на этот опыт мы опираемся, думая о Боге. Представьте себе. Это не репость какая-то. Нет, нужно понять его игры. Нельзя на основе своих игр думать о нем. Какие тут у нас игры? И мы все отождествляем с Богом. Нет, у него есть независимое бытие. И приблизиться к этому бытию можно только по его собственному желанию и воле. Мы не можем сделать это независимо от него, без спросу. И поскольку это трудно отличить, есть решающий фактор в этом мире, устройство свыше интересное. Решающий фактор таков, что мы можем, наконец, согласиться, что я чего-то в жизни не понимаю, сделаю что-то неправильное, когда получаю наказание природы, страдание. Смотрите, когда человек начинает страдать, его охватывает бунт. Почему это? Несправедливо. За что? Да, этот бунт скрыт в нем. Он наслаждающийся, и вдруг он страдает. Почему это? Как я это заслужил? А что? Посмотрите на других людей. И он начинает бунтовать, начинает обсуждать эти темы с двух сторон, в двойственности. Кто прав, кто виноват, он начинает бороться за справедливость. Но если он продолжает страдать, и страдание проникает в разум, он становится беспомощным. Попадает в рабство материи. Сначала бунтует любой человек, он не хочет быть рабом. А потом это проникает в сознание, и он принимает. И он теряет разум таким образом. И страдая, он просит милости. Вот тогда он может обратиться к Богу. Ишь Панишат говорит, страдание — признак невежества. И заметьте, немногие люди признают, что они страдают. Они бунтуют. Они еще бунтуют, они еще борются за свое положение абсолютной истины. Так устроен интересный мир, и Шапанишат разбивает все эти вещи. Ну и, конечно, это сутры, это очень сжатая информация, которую трудно понять. 18 шлок, вся философия выкладывается в 18 стихов. Конечно, это великий трактат. И мы обращаемся также к комментариям ученической преемственности Шрилы Прабхупады. Какая мантра у нас сегодня? 11-я мантра? Значит, 10 мы уже выучили. 10 мантр у вас уже отскакивают. Так. 11 еще не отскакивает, но будет. Кто-то наизусть знает какие-то шлоки? Еще помешает? Прочитать, ну? 8. 8 первых. 7 прочитай. Ясним сарвани путани атмайва путви джанатах татраку моха как шока Экадвам анупащатах. Перевод. А тот, кто всегда смотрит на все живые существа, как на духовные искры, неотъемлемы, а качественно равные Господу, тот понимает истинную природу вещей, что может вести в заблуждение или обеспокоить такого человека. Потревожить. Очень хороший стих. Комментарий тоже знаешь, наизусть? У нас есть преданный исконник, который знает наизусть всех книг Шрилы Прабхупады с комментариями. Может быть, не все, но источник он знает по страницам буквально. Цитирует Бхагавад-гиту тоже. Многие книги знают наизусть. Он выходил, это феномен. В Майяпуре, когда он давал лекции, он выходил без книги всегда, закрывал глаза. Я говорил, песня такая-то, голова такая-то, стих такой-то. И все открывали и проверяли его. И он видел, что его все проверяют, и поэтому он говорил так. Что его не сможет убить ни человек, ни животное, ни полубог, ни какое-либо иное живое су. На следующей странице
Существо. Источник вечного наслаждения лично не заменит. Все, даже переносы помнят, все на другую страницу продолжение. Феномен. Ну, представьте мне такую память. Когда я посмотрел, я думал, вот, были же люди раньше таких много, потому что веды не записывались в прошлом никогда. Крепкая память была у людей. Можно было доверять памяти человека. Я почему? Потому что они были честные. Все просто. Заметьте, интересно, почему мы утрачиваем способности? Если мы слышим кого-то, сейчас мы должны все фильтровать, где правда, где неправда, где его мнение, где не его мнение, как он говорит и прочее. Поэтому мы ничего не запоминаем. Вся энергия уходит на эти оценки. В гунах материальной природы. Общение очень сложно век Кали. Потому что нет главного доверия, нет честности. Век Кали — это лицемерие. Все пронизано. Даже перед самим собой человек склонен обмануть. Поэтому мы утрачиваем память. Но в прошлом люди никогда не лгали. Они говорили только истину, то, что слышали из авторитетных источников вед. Попытайтесь так мыслить, и вы увидите, к вам возвращаются способности. Это просто. Ничего не придумывайте. Просто вот читайте и подтверждайте то, что здесь написано. Вспоминайте свой собственный опыт. Можно уже. Если вы читаете книги Прабхупады, ученическая преемственность и Шапанишат, опирайтесь на собственный опыт, чтобы подтвердить то, что здесь написано. Вот и все. Это только вера. И честность. Что вы доверяете Верховной Личности Бога. Я не знаю, но здесь так написано, я буду это подтверждать. И вы увидите, что все способности к вам будут постепенно возвращаться. Все необходимо. Это шастра, оружие против невежества, против лицемерия, против всех недостатков. Шастра. Это одна из форм оружия. Итак, мантра 11. Видям ча видям ча ястат веда бхаям саха авидья мритюм тиртва видьям ритам ашнуте видьям истинное знание ча также авидьям неведение ча также ях личность которая тат то веда знает убхаям и то и другое саха одновременно авидьяя культивируя невежество мритюм повторяющаяся смерть тиртва превосходит видьяя, культивируя знания, амритам, бессмертие, ашнуте, наслаждается. Здесь тоже емкий комментарий будет у нас. Перевод стиха. Вырваться из круговорота рождения и смертей и в полной мере насладиться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. Очень интересный стих. Описывает, что есть невежество и знание. Теперь интересный момент. Нужно понять два процесса одновременно. Сейчас поймем, почему. Почему так нужно. Нам кажется, но мне тоже так кажется, что нужно отказаться от невежества. Это правда. Но мы не знаем, как это сделать. Здесь написано, как это сделать. Метод важен. Это правда, что нужно отказаться от невежества. И здесь описывается метод. Комментарии. Комментарий Шрилы Прабхупады. С момента сотворения материального мира каждый стремится обрести бессмертие. Но неумолимые законы природы еще никому не позволили избежать смерти. Вот одно предложение Прабхупады, уже столько мыслей смотрите. С момента сотворения
материального мира каждый стремится обрести бессмертие. Факт? Факт. Все хотят жить вечно. Никому не удается. В чем же причина? Более того, наука уже расписалась, подтвердила, что человек смертен, тут ничего не поделаешь. Хотите, не хотите, но лучше просто забыть про это, не говорить об этом ничего. Не портить праздник. Праздник нашей жизни. Иногда бывает, конечно, скорбь, но это все с честью хоронится, с вечной памятью в сердце. Хотя все знают, что забудут очень быстро. Никто не хочет умирать, никто не хочет стареть и болеть. Однако законы природы всех обрекают на старость, болезнь и смерть. Прогресс материальной науки не решил этих проблем. С помощью материальной науки можно изобрести атомную бомбу и тем самым приблизить смерть. Но наука не в силах открыть ничего, что поможет человеку вырваться из лап старости, болезни и смерти. Это как Ишапанишат все переворачивает в обратную сторону, против нашего материального развития полностью. Но с атомной бомбой мы гордимся таким открытием. Но здесь пропагандит, а что такого здесь? Наука сделала, только приблизила смерть. Но вы же хотите бессмертия. Факт? А зачем тогда бомбу делаете, если хотите бессмертия? А, вы хотите бессмертия для себя. А, понятно. Вы думаете, что если всех убить вокруг, вы станете вечным. Правда? Вам никто мешать не будет больше наслаждаться праздником. Люди стареют, болеют, умирают. Лучше их всех уничтожить, чтобы не видеть этого всего. И жить нормально. Из Пуран нам известна история Хираньякашипу. Этот царь достиг очень высокого уровня материального развития. С помощью своих материальных достижений, силой своего невежества, он рассчитывал одолеть неодолимую смерть. Силой невежества делается. Силой невежества люди сейчас зарабатывают деньги, пытаются выбраться из кризиса. Они не знают, что после этого кризиса будет больше кризиса. Они не знают, что с каждым годом они не молодеют и стареют. Какой у вас по счету кризис? Нет, в вашей жизни, потому что кто-то, может быть, только первый раз так сталкивается. Четвертый. А сколько кризисов вообще уже было до нас? Кто знает? Вы их не переживете. Седьмой кризис вам конец. Психологи говорят. Один-два развода, и вам конец. В вашей личной жизни можете поставить крест. Это называется сила невежества. Для кого-то это первый кризис, или второй кризис в жизни, или, может быть, третий кризис в жизни. Он думает, ну, я это преодолею, у нас же есть организация. Мы поставим руководителя, мы получим образование, и мы научимся преодолеть кризисы. Нет, он не понимает, что кризисы никогда не заканчиваются в этом мире. Как волны в океане. И когда-нибудь вы устанете бороться с этими волнами и утонете. Поэтому считайте, какой у вас кризис. Первая волна. Ничего, мы выдержали. Лодка крепкая. Деньги еще есть какие-то. Да? И силы. Но удар за удар, и потом пробоина в лодке. И она затонет. Попытайтесь понять жизнь. Не просто свой опыт. Первый кризис, второй кризис, первый брак, второй брак. Нет, попытайтесь понять жизнь. Она сокрушит вас все равно. Это вопрос времени. Океан никто переплыть не сможет вплавь. Даже самые опытные пловцы, мастера спорта, олимпийские чемпионы, кто угодно. Океан не переплывет. Вот. Это материальная природа. Но они думают по своей глупости, благодаря ученым. Я живу на целой планете, смотрите. Мне эта планета, я ее могу починить. Авиация, космические корабли, сотовые телефоны, связи. Насколько глуп современный человек. Он мыслит масштабами планеты. Но на самом деле редко кто мыслит масштабами планеты. В основном масштабами своей семьи мыслит. Все знают, что живем на планете, но что он делает для планеты? Ничего. Он не взаимодействует с ней. Но взаимодействует только со своими материальными желаниями, которые исходят из его семьи и отношений в семье. Все. Максимум. Национальность.
На этом заканчивается его развитие. В паспорте вы найдете это. Национальность есть? В паспорте до сих пор? В моем есть. Вы должны писать национальность. Потому что это и есть высшее заключение. Это и есть определяющий фактор, кто вы в этом мире. На какую сторону вы переметнете в случае чего. Вот и все. Это определяется национальностью, происхождением человека. Вот и все положение. Но они ничего не знают о мироздании. И даже об этой планете понятия не имеют. Максимум, что не знают, свою национальность. На этом заканчивается постижение «я». Потому что «я» не индус, «я» не американец. Я закончил свое образование на том, что я казах или русский. Все. Закончилось. Диплом выдан. Казах. Все. Русский. А кто-то думает еще чего-то. Шапанишат с другой точки зрения все объясняет. Не с точки зрения национальности. Или семейных потребностей. Итак, Хираньякашипу силой своего невежества пытался стать бессмертным. Какая была национальность у него, интересно? Ну как же индус? Он... Тогда же не было Индии. Демон. Демон, правильно. Национальность демона. Хотя бы нам до этого дойти. Кто полубог, то демон. Итак, он рассчитывал одолеть неумолимую смерть. Он занялся настолько суровым видом медитации, что жители всех планетных систем были встревожены его мистической силой. Заставил Творца Вселенной полубога Брахму спуститься к нему и попросил Брахму сделать его Амара бессмертным. Но Брахма ответил, что это не в его силах, поскольку даже он, Творец материального мира и правитель всех планет, не является Амара. Как сказано в Бхагавадгите, продолжительность жизни Брахмы очень велика. Но это еще не значит, что он бессмертен. Все предыдущие Брахмы умерли. Знаете об этом? Наш еще живет. И никто не сможет его пережить. По возрасту я старше Брахмы сейчас уже. Но у него просто другое измерение. Я по возрасту уже старше. Ему 50 лет всего. И эти 50 лет не закончатся еще очень долго. До скончания века 50 лет не закончится. Но все предыдущие брахмы умерли. Все. А сколько их было, никто не знает. Хирани означает золото. А Кашипу — мягкая постель. Вот и вся национальность. Любая национальность сводится к этому. Так что пишите в паспорте «Национальность Хираньякашипу». Если не знаете Шапанишат, Вишатакма уже может написать. Он уже половину знает, может только Хирани написать Кашипу. Остальные будут писать Хираньякашипу. Этого коварного человека интересовали две вещи на свете — деньги и женщины. И он хотел вечно наслаждаться ими, добившись бессмертия. Каждый становится коварным, имея интерес к деньгам и женщинам. Вот она причина. Причина коварства, лжи, лицемерия, обмана. В Веркали процветает греховная деятельность, поэтому процветает обман. Вот все. Скажите, пожалуйста, зачем нужен обман? Для чего? Только для одной цели — скрыть грех. Скрыть ложь. Но если вы не думаете плохо, не делаете плохо, что вам скрывать? Так почему же так много лжи вокруг? Потому что люди живут греховной жизнью. Он попросил у Брахмы множество разных благословений, надеясь косвенным образом исполнить свое желание стать бессмертным. Поскольку Брахма сказал, что не может одарить его бессмертием, Хираньякашипу попросил Брахму пообещать, что его не сможет убить ни человек, ни животное, ни полубог, ни какое-либо иное живое существо, относящееся к любому из 8 400 000 форм жизни. Хираньякашипу знал об этих формах жизни. Ученые только с гриппом борются, мне кажется, больше. Несколько видов жизни беспокоит.
В основном вирус гриппа. Вот Хиранья Кашипу был не подвержен даже вирусу гриппа. Вообще никакие болезни его не касались. Ни одно живое существо не могло его потревожить. Он также попросил сделать так, чтобы его не могли убить ни на земле, ни в воздухе, ни в воде и никаким оружием. Интересный момент. Живые существа уже не могут убить. Но смерть может прийти от стихий. Может утонуть. Можете удариться об землю. Упасть. Можете сгореть в огне. Он это. Он разумный. Он сказал тоже. Ни на земле, ни в воде, ни в огне, ни в воздухе, нигде. Хиранья-Кашипу наивно полагал, что, получив эти благословения, он сможет избежать смерти. Смерть — это не внешнее понятие. Если бы это было внешнее понятие, можно было избежать. Это внутреннее понятие, оно приходит изнутри к человеку. Спутник на орбите. Вы думаете, он не управляется? Сейчас есть такие самолеты, которые управляются с Земли, без пилота. Их используют в военных целях. Ракеты так тоже есть. Закладывают, и с Земли вы просто цель, ведете ее куда нужно. Вот что такое смерть. Для кого-то смерть — это просто ракета летящая. Он пытается с ней иметь дело непосредственно. Но на самом деле смерть находится там, за ракетой, которая управляет этим объектом. И она оснащена очень хорошо. Вы ничего не сможете сделать с этой ракетой. Потому что она взрывается. Что вы с ней сделаете? И все, и шапанеша заканчивается. Смерть — это внутреннее понятие. Она под контролем находится. И она находит каждого в своем месте. Потому что находится под управлением и идет точно по адресу, как почтальон. Ей просто приходит депеша. И там написан адрес. Алматы. Казахстан, да. Я там часто бываю, она говорит, да, везде бывает. Но сегодня у нас новый адрес. Очень интересно. Знаете, она же занимается этим с интересом. Это ее работа. Это ее природа, смерть. Она испытывает счастье, забирая у людей жизнь, тела. То, что им не принадлежит, у нее полное право есть на это. Она каждому скажет момент смерти в тот момент. Отдай все. Это тело тоже. Отдай. Тебе это не твое. Вот тут начинаем понимать. И шапанишат. Все принадлежит Богу. Момент смерти, так Кришна посылает. Он приходит, говорит, момент смерти, люди вспоминают Бога, момент смерти. Потому что они начинают понимать, кому все принадлежит. Но здесь, говорится, нужно понять это до смерти. Нужно подготовиться к бессмертию. Не рискуйте таким образом. Это большой риск так умереть. Большое несчастье так закончить свою жизнь. И в конце концов, несмотря на то, что Брахма исполнил все его просьбы, но все же был убит Верховным Господом в образе получеловека, полулюва Нарисимхи. Чтобы убить его, не понадобилось никакого оружия. Господь растерзал его своими когтями. Про когти он ничего не сказал. Если никакое оружие, то когти тут при чем, подумал. Он не мог связать с когтями свою смерть, если его даже бомбы не брали оттуда. Правда. Брамастры не брали, Хиранькаши. Ядерное оружие было в то время. Он был убит не на земле, не в воде и не в воздухе, а на коленях этого удивительного живого существа. Про колени он тоже подумал. Которого он не мог даже вообразить. Такого существа нет из 8 миллионов 400 тысяч жизней форм. Получеловека, полулева нет. Лев есть, человек тоже, но совмещенной формы нет, не существует. Хотя ученые пытаются это совместить каким-то образом, ну, чудовищные эксперименты, их попытки соединить виды жизни так вот искусственно. Получается, конечно, ужас, но это трансцендентное явление было. Нарисимхадев. Из этого примера видно, что даже Хиранья-Кашипу,
Хираньякашипу, самому могущественному из материалистов, никакие планы не помогли обрести бессмертие. Что же тогда могут добиться ничтожные Хираньякашипу наших дней, чьи планы рушатся каждое мгновение? Видели Хираньякашипу? Бегают по улицам. Ой, сколько их! Ой, боже мой. Это цивилизация Хираньякашипу. Все подражают великим демонам. Скажите, кто подражает Прохладу Махараджу? Найдите в Алмате хоть одного человека, который подражал Прохладу Махараджу, чтобы его били, а он смиренно перед вами стоял, улыбался, повторял Харе Кришна мантру. Кто будет подражать таким людям? Но Хираньякашипу, вдохновляющая личность. Шри Чапанишат советует нам отказаться от неуклюжих попыток победить в борьбе за существование. Каждый упорно берется за судьбу, борется за существование. Но законы материальной природы так неумолимы, что никто не может обойти их. Чтобы обрести вечную жизнь, человек должен готовить себя к возвращению к Богу. Процесс возвращения к Богу — предмет отдельной отрасли знания. Смотрите, как Прабхупада говорит. Это не заканчивает комментарий, только начинает объяснять. В основном религия говорит, иди к Богу. Ну и все. Такого могущественного процесса, чтобы я на самом деле пришел к Богу. Сейчас нет. Нет. Религия пытается удержать веру людей. Вот с этим она еще справляется как-то. Удерживать веру людей. Хотя бы вот эту основу, базу. Столько грехов, что какой процесс вообще? Нет процесса. Процесс греховный сам по себе. Люди живут греховно. Их образ жизни греховный. Это процесс и греховный. Но вера, и они думают, что вот просто вера и раскаяние — это есть процесс. Нет. Нет, это омовение слона, говорится в Шримад-Бхагаватам. Слон моется, а потом осыпается песком. Моется, осыпает песком. Моется, осыпает. Ничего не происходит. Мир деградирует. Но они говорят, тем не менее, Христос тебя простит, и ты уйдешь к Богу. Просто раскайся, и все. Неважно твои грехи. После смерти ты достигаешь. Нет, нет. Процесс в этой жизни должен быть. До смерти. Ощутить нужно это, как науку, здесь говорится. А отрасль науки, ведь вы же получаете компьютеры не в следующей жизни, не после смерти, а сейчас получаете результат научный. Итак, машины, технику, все эти вот комфорт, который сейчас ученые предоставили нам, они сейчас нам дают. Поэтому люди принимают науку, потому что религия говорит потом, после смерти. Этого нет на самом деле, только веришь ты в это слепо. Глупо все это. Это так же, как просроченный чек, Прабхупада говорит, я вам плачу просроченным чеком. Когда деньги будут, вот вам чек. Там, конечно, нет. Чек у вас есть, я плачу. Как только деньги появятся, вы получите сумму, вот и все. Вы ничего не получаете, кроме просроченного чека. Но здесь говорится отдельная отрасль знания, которую необходимо изучать по таким богооткровенным ведическим писаниям, как Упанишады. Веданта Сутра, Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. И что же говорится в этих писаниях? О, какое процветание было, когда люди жили согласно этой науке. Природа была другая совсем. Понимаете, процветать должна природа. Что толку, что процветает техника, люди-то начинают болеть больше. Где процветание? В этих удобствах, квартирах и машинах они просто страдают еще больше. Где процветание? Природа угнетена. Природа осквернена. Где же прогресс? О чем они думают? Зачем больным людям давать все удобства для жизни? Их нужно сначала оздоровить. Вот он прогресс. Поэтому, чтобы стать счастливым в этой жизни, и, покинув материальное тело, обрести вечную, исполненную блаженство жизнь, человек должен изучить эти священные писания и почерпнуть из них трансцендентное знание. Обусловленное живое существо забыло о своих вечных взаимоотношениях с Богом. Я ошибочно считаю, что кроме этого бренного мира, в котором они, оно родилось, ничего не существует. Господь по своей милости дал перечисленное выше писание людям Индии и другие священные писания народам других стран, чтобы напомнить забывчивому человеку о том, что его истинный дом не здесь, не в материальном мире. Живое существо духовно по природе,
Поэтому оно может обрести счастье, только возвратившись в свой духовный дом. Итак, Писания даются через откровение Шрути. Итак, люди знают, религиозные. Кто-то объявляется пророком. Но если он пророк, он должен знать обо мне все. Дай-ка я спрошу его, ответит на вопрос или нет. И пророк знает. Он знает все необходимое. И тогда люди доверяют, так, это от Бога. Он не мог видеть, он не мог это слышать. Откуда же он знает? Значит, от Бога, что Бог все знает, только Бог все знает. И этот человек пророк, потому что он знает мое будущее, он знает мое прошлое и знает мое настоящее. Так люди доверяют. Все пророки говорили вещи, все пророки предсказывали, все пророки действовали успешно. Все достигали цели, все пророки. Каждый. Просто говорили, и так происходило. Не занимаясь ни политикой, никого не подкупая. Нет, просто так происходило. Чтобы вернуть живые существа к Богу, Верховный Господь посылает из своего царства верных слуг или приходит к этой миссии сам. Все живые существа — возлюбленные дети Господа, Его неотъемлемые частицы. Поэтому, видя страдания, которые мы постоянно испытываем в материальном мире, Господь огорчается больше, чем мы сами. У нас-то проблем нет особенно. Мы даже, может быть, счастливы в этом мире. Да, может казаться из иллюзий. У нас планы на будущее есть. Мы еще красивые, молодые до какой-то степени. Всегда есть какая-то надежда иллюзорная. Но Кришна знает. Это просто бесплодные надежды. Это просто несчастные живые существа. Все. Он больше знает, чем это. Эти страдания нужны для того, чтобы косвенно напомнить нам о нашей несовместимости с мертвой материей. Неразумные живые существа обычно обращают внимание на эти напоминания и посвящают себя изучению видии трансцендентного знания. Человеческая жизнь предоставляет самые благоприятные возможности для углубления духовных знаний. Поэтому того, кто упускает эту возможность, называют Нарадхама низшим из людей. Путь авиди, то есть путь совершенствования материальных знаний во имя чувственных наслаждений, это путь повторения рождения и смерти. Живое существо духовно, поэтому оно не рождается и не умирает. Рождение и смерть относятся только к внешней оболочке духовного существа, его телу. Рождение сравнивается с надеванием, а смерть со сниманием одежды. Глупые люди, целиком поглощенные развитием авиди, невежества, принимают это как должное. Очарованные красотой иллюзорной энергии, они вновь и вновь испытывают те же страдания, так и не сделав никаких выводов из уроков, преподанных им законами природы. Вот почему человеку необходимо стараться постичь видию трансцендентное знание. Сейчас люди, другими словами, применяют только один метод из этих двух описанных в этом стихе. Видя-видя. Нужно познать то и другое. Они культивируют только невежество, но не культивируют знания. Что такое культивировать невежество в цивилизованном смысле слова? Ну просто ходить на работу, ну просто получать какое-то профессиональное образование. Это невежество, но оно необходимо для жизни. Там нет Бога, там это просто навыки какие-то материальные. Ну, то, что есть, спать, выкупляться, обороняться, это потребности невежественного тела. Вот, ну, это тоже нужно. И они идут этим путем и культивируют эту еду, солнце, выкупление, оборону до таких масштабов, знаете, мировых и государственных. И целые предприятия работают на еду, на сон, на выкупление, на оборону, на кровати, на ложки, на столы, на скатерти, на половики, на квартиры, на туалеты, на унитазы, на краны, на ручки, на машины, на колеса, на двигатели, на самолеты. Боже мой. Посмотрите, что творится. Это путь авидии, культивирование вот этих вот вещей, которые — это наша потребность, вы не можете это избежать. Но для чего нужно авидия, Прабхупада говорит, чтобы просто понять одну вещь, что мы здесь страдаем. Нам нужно еще что-то, кроме этого. Вы же не можете отрицать, что нужно есть, спать, совокупляться, обороняться при необходимости.
Это потребности тела. Они тоже могут быть здоровыми. Но если нет виде, это становится причиной страданий. Просто еда – причина страданий. Просто сон – причина страданий. Вы никогда не думали, что сон – причина страданий? Тогда скажите, пожалуйста, почему после сна утром мы должны заниматься медитацией? Потому что великая скверна – сон. И утром вы просыпаетесь. Вам необходимо пробуждение еще одно. Что сон накладывает невежество. Это тоже страдание. Просто мы его не замечаем. Потому что спим. Сон кажется удовольствием, на самом деле это страдание. Сон – это забвение. Вот и все. При помощи забвения вы думаете, нет страданий. Вот я сплю, и все хорошо. Потому что я просто забыл. Но вы проснетесь же, все равно проснетесь. Что будете помнить? Только страдания. Только заботы, только проблемы. Поэтому начинайте с медитации утром. Видя, должны помнить высшую цель жизни, стать бессмертным, говорится, оторваться от этого бренного тела, которое культивируется невежество, навязывает невежество, как еда, как солнце, как совокупление, как оборона, посвящается этому вся жизнь духовная, человеческая. Ведь мы же душа, жизнь – это душа. И так душа попадает в плен, или, как говорят христиане, она становится слугой дьявола, слугой материи. Это энергия. Вот почему человеку необходимо стараться постичь видео, трансцендентное знание. Болезненным материальным состоянием следует, насколько это возможно, ограничить чувственные наслаждения. Неограниченные чувственные наслаждения в материальных условиях ведут к невежеству и смерти. Посмотрите, к нам приходят люди, интересуются сознанием Кришны, философии. Хорошо. Но они приходят в очень обычно сложном положении. Они как раз понимают, что страдают. Обычно такие люди приходят к нам, которые осознают свои страдания. Бренное существование, они же потерпели какие-то неудачи, есть какой-то опыт разочарования, им легко обратиться к философии веды. По этой причине. И здесь говорится, это болезненное состояние легко устранить. Просто ограничьте чувственное наслаждение, и вам станет намного лучше. Сразу же, быстро уже. Через несколько дней уже. Почувствуйте прилив сил, энергии, чистоты, энтузиазма, знаний и все остальное. Болезнь означает, что нужны какие-то регулирующие правила. Лекарства и диета обычно. И диета — это Кришна-прасад, лекарство — это Хари Кришна-мантра. И вот есть методы, которые работают. Живые существа наделены духовными чувствами. Стоит нам чувство оторвать от объектов чувств, мы сможем понять, что такое духовная жизнь. Духовные чувства. Вы заметили, что когда вы совершаете аскезу, чувство становится острее. Так ведь? Ум становится острее. Поэтому, соблюдая регулирующие принципы и слушая, мы начинаем слышать. О, Боже мой! Я этого раньше не знал. Да нет, вы слышали всегда все это, ничего нового не говорится. Но разум становится острее, чувство острее. Все как бы заново, заново. Живете в одном и том же мире, но все время заново, заново, заново. Это путь очищения называется. Путь оздоровления. Вы становитесь счастливее, разумнее. Вы обладать начинаете духовной силой, энергией. А невежество означает потеря энергии. Его не существует как энергии невежества. Это потеря энергии. Это забвение называется. Сон, подобный сон. Каждое живое существо в своей изначальной духовной форме обладает всеми чувствами, которые обусловлены в состоянии, покрыты материальным телом и умом, и действуют как материальные чувства. Деятельность материальных чувств является искаженным отражением деятельности изначальных духовных чувств. Пораженная болезнью материализма душа, покрытая материей, занимается материальной деятельностью. Истинные чувственные наслаждения доступны душе только тогда, когда она излечится от болезни материализма.
Только в своей чистой духовной форме, не оскверненной материей, живое существо может испытывать подлинное чувственное наслаждение. Видите, оказывается, мы можем наслаждаться жизнью. Можем испытывать счастье. Больной должен сначала излечиться от своей болезни, и только после этого он сможет снова наслаждаться жизнью. Но материальная цивилизация предлагает больным людям наслаждаться. Скажите, как можно наслаждаться больным человеком? Какие способы наслаждения больных людей? Иллюзия. Конкретно, как больных людей делают счастливыми? Обезболивающие. Обезболивающие, что еще? В основном обезболивающие, какие-то токсины, интоксикация снотворная можно дать. Что еще? Можно сказать, что все будет хорошо. Мы верим. Врачи очень хорошие, больница хорошая. Мы верим. Еще можно что сказать? Заботиться о них, да, заботиться о людях. Вот мы дадим это, что ты хочешь поесть, давай приготовим. Вот такой вот уход обычно вот люди помогают больным. Скажите, человек может быть счастлив таким образом? До какой-то степени, да. Да. Но скажите, пожалуйста, вот то, что они делают вот эти вот вещи, что это за практика? Избегание. Это духовная практика со знаком наоборот. Это то же самое, что мы делаем, только у них нет средства. Мы же тоже даем лекарства. У нас тоже есть диета. И мы тоже говорим, мы верим. Мы тоже указываем на каких-то священных людей, которые нам помогут. Да. Но мы говорим правду. А они вынуждены лгать. Никто же не поможет. Ни врач не поможет в конечном итоге. Ни токсины, снова вернется страдание, вы снова вспомните, когда действие лекарства уйдет. Вы все равно положение не можете изменить свое. То есть они применяют метод тот же самый, но средство другое. Нет настоящего лекарства у них просто. Но методы те же самые. Поэтому целью человеческой жизни должны быть не извращенные чувственные наслаждения, а избавление от материальной болезни. Обострение материальной болезни не является признаком знания. Это признак авидии, невежества. Вот, обратите внимание, пожалуйста. Обострение материальной болезни не является признаком знания. Вы можете сказать, как мудрый, опытный человек, что жизнь полна страданий. Все, это правда. Но это еще не является знанием полным. Берегите все здоровье. Прячьте деньги хорошо. Потому что мир полон страданий, обмана и лжи. Я знаю. Опыт. Факт. Чистое знание. Но здесь говорится, это все еще невежество. Об этом трансценденталисты не говорят. Это просто как факт признается. Но говорят они совершенно о другом. Чтобы выздороветь, человек должен не повышать температуру тела до 40. От 40 до 42. А понизить ее до нормы 36,6 градусов. У всех такая температура, что есть люди разные, с разной температурой. Но до 36,6 градусов. Это должно стать целью человеческой жизни. В современном материалистическом обществе наблюдается тенденция к усилению материальной лихорадки. И жар уже достиг отметки 42 градусов. Как пропадает? 42 градуса. Он померил, сказал, 42 уже почти. Как? В скобках. В форме атомной энергии. 42 означает уже предел. Все, скоро конец. И это все сопровождается причитаниями недалеких политиков о том, что в любой момент мир может взлететь на воздух. Да, люди все об этом говорят, когда политики рассуждают и отношения на арене мировой. Что мы можем взлететь все на воздух. Таков результат развития материальной науки и пренебрежения самой важной стороной жизни, культуры духовного знания. Чистейший Панишат предупреждает, чтобы мы не шли этим опасным путем, ведущим к смерти. Напротив, мы должны совершенствовать духовное знание, чтобы вырваться из объятий смерти.
это не означает, что нужно совсем перестать заботиться о теле. Речь идет не о том, чтобы прекратить всякую деятельность. Это было бы равносильно тому, что в попытках сбить жар стараться довести температуру тела до нуля. А что, проблем же нет до нуля? Уже болезней никаких нет, все, проблемы все решены. Вы умерли, поэтому проблемы решены. Так же все говорят, все, отмучился он. Проблем больше нет. Проблема, когда вот он жил, это проблема. А когда он умер, все, это избавление от страданий. Это не означает, да. Правильнее будет сказать, что мы должны стараться извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки. Видите, в каком мы с вами положении? У нас невыгодная сделка, но здесь говорится о максимальной пользе. Мы должны заинтересоваться, мы же все бизнесмены. Для углубления духовных знаний необходима помощь этого тела и ума. Поэтому, чтобы достичь своей цели, мы должны заботиться о теле и уме. Нужно поддерживать нормальную температуру на уровне 36,6 градусов. Все мерите температуру регулярно, хорошо? Следите, чтобы было 36,6, как Прабхупада говорит. А для достижения этого великие мудрецы и святые Индии разработали программу сбалансированного развития духовного и материального знания. Они никогда не позволяли людям злоупотреблять своим разумом, используя его для болезненных чувственных наслаждений. Хороший комментарий. Мы дочитаем его или нет? Все, время наше истекло. Можно дочитать, да? Деятельность человека, оскверненная стремлением к чувственным наслаждениям, регламентируется в ведах системой принципов, цель которой — обрести обретение освобождения. Эта система включает в себя религию, развитие экономики, удовлетворение чувств и освобождение. Но в настоящее время люди утратили интерес к религии и освобождению. У них осталась только одна цель в жизни — удовлетворение чувств. И ради ее достижения они строят планы экономического развития. Это отдельная тема разговора. Кто-то может сказать, что духовная жизнь, она противоречит материальному развитию. Но, как мы сказали, противоречие кажущееся в уме. В абсолютной истине противоречия нет. Потому что материальное развитие — это тоже путь к Богу. Если в знании делается все. Это и есть путь к Богу. Может показаться, что когда критикуется материальное существование, что нужно отказаться от него полностью. Это иллюзия. Это в уме человек так думает, потому что нет знаний. Это и есть невежество. Он принимает что-то одно, а говорится, нужно полное целое. Полное целое включает в себя и материальные обязанности, несомненно. Почему? Потому что полное целое означает счастье. Нехватка означает страдание, но полнота означает счастье. Поэтому мы должны полное целое использовать вот этот термин. И материальную сторону знать, как использовать. Это путь о виде и виде. Вместе. Это трансцендентно. Вы используете материальное тело, и оно невежественно, но вы достигаете высшей цели. Это трансцендентно, оказывается. Почему трансцендентно? Потому что духовно. Для Духа не существует материи, ни рождения, ни смерти. Дух может повелевать материей. И если мне трудно повелевать материей, я обращаюсь к сверхдуху, который на самом деле не трудно повелевать материей, и я беру бразды правления в свои руки, в свою жизнь начинаю управлять. Итак, есть религия, есть экономическое процветание, есть чувство наслаждения, счастье. Есть освобождение. Вот четыре этапа, видите. Счастье тоже, кама тоже есть. Все материальное счастье тоже есть в этом процессе развития, вплоть до освобождения. Но люди приходят к этому, естественно. Правильно используют то и другое. Никогда человек не заинтересуется освобождением, если у него не было в виде, только в виде. Путь религии должен вести к самоосознанию. Развитие экономики необходимо только для того, чтобы человек смог сохранять тело в нормальном, здоровом состоянии. Человек должен вести здоровую жизнь и иметь трезвый ум, только чтобы постичь видию, истинное знание, что является целью человеческой жизни.
Эта жизнь дана нам не для того, чтобы работать подобно ослу или культивировать авидию и удовлетворять свои чувства. Путь Види самым совершенным образом описан Шри Шримад-Бхагаватам. Это произведение побуждает человека посвятить свою жизнь постижению абсолютной истины. Абсолютную истину постигают постепенно, сначала как Брахман, потом как Параматму, и, наконец, как Бхагаван, Личность Бога. Постичь абсолютную истину может только человек широких взглядов, который обладает знанием и освободился от материальных привязанностей. Следуя 18 принципам Бхагавад-гиты, описанным в комментариях к 10 мантре. Главной целью соблюдения этих 18 принципов является достижение трансцендентного любовного служения Личности Бога. Поэтому всем людям, независимо от их взглядов, рекомендуется учиться искусству любовного служения Господу. Взгляды могут быть разные, но любить должен уметь каждый человек. Взгляды могут быть разные. Не должны быть одинаковые взгляды. Это не беспокойство, это еще, что у нас разные взгляды на жизнь. Любовь все примирит. Любить учиться должен каждый человек. Прямой путь, приводящий к цели Види, описывает Шрила Рупа Госвами в своей книге «Бхакти Расамрита Синдху», которая переведена нами на английский под названием «Нектар преданности». Сриман Бхагаватам «Путь Види» кратко описан в следующих словах. Тасмата кенаманаса Бхагаван саттватан пати шраттавья киртитавьяшча теях ужьяшча нитьяда. Поэтому нужно сосредоточить все свое внимание, постоянно слушать повествование о Верховном Господе, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему, защитнику преданных. Если религиозность, развитие экономики и удовлетворение чувств не направлены на достижение любовного служения Господу, то они являются всего лишь различными формами невежества, что будет ясно из следующих мантр Шри Шипанишад. Мы дочитали с вами комментарии. Несколько вопросов. Мы затронули тему вот про обман. Какая йога возникает, когда человек обманывает с мыслью о Боге? Ну, то есть, например, если человек отказывается есть просад, но ты как бы обманываешь и все равно кормишь его просадом. То есть какая йога возникает здесь? С Майей или же с Кришной? Йога может быть осознанной или неосознанной. Потому что йога основана на законах природы. А знаете эти законы или не знаете, они все равно работают. Это йога. В этом отличие от религии. Там нужна именно вера, иначе как религия. Йога не нужна вера, потому что законы существуют. Я могу не верить, что вот это лекарство цианистой калий убьет меня. Но если его приму, он убьет меня. Это йога. Связь, непосредственно связь с цианистым калием. Такая йога есть еще. Йога цианида. Можно назвать. Йога из спиртных напитков, они связь получают с алкоголем, алкоголь дает связь с тонким миром. Тоже до белой горячки. Это все йога. Вся жизнь — это какая-то связь с чем-то. И вот вы эту йогу используете. А на уровне ума говорит: о, я не верю, это не произойдет, это все не то, это не русское или не казахское, или что-то еще придумает. Ну, попробуй просто. Ну, попробовал и вдруг понял что-то. Вот и все. Это йога. Разве с нами не так произошло в сознании Кришны? С чего ради вы приняли сознание Кришны? Вы? Русскоязычные. Вы что, с ума зашли, что ли? Вы что, индусами хотите стать? Да нет, йога. Я не индус. Я понял это, приняв просад. Лично я понял это, приняв просад, что я не русский. Да не кто-то еще. Я кто-то еще другой, как я не знаю, кто я. Нужно разобраться в этом. Благодаря просаду, вот, агьята сукрити, неосознанно. Я понятия не имею, что такое просад. Мне сказали: просад, ешь, надо есть. Все. А вот мантры надо повторять. И все, и вы остаетесь в сознании Кришны всю жизнь. Почему? Вы же не диссиденты.
Вы же любите свою страну, родину и родителей. И вы приняли это, хотя родители не хотели, может быть, этого. Страна тоже не очень приветствует. Вообще все против. Но вы улыбаетесь, сидите, просад, вам все равно вообще. Йога. Это йога. И вот, занимаясь йогой, он сможет понять, сколько вокруг иллюзий, сколько надуманных вещей. У людей никакой связи нет с Богом. Они несчастливы. И они думают, что все знают. Как выясняется, в Казахстане люди плохо знают историю Казахстана. Я разговаривал с преданными, даже образованными. Нет достаточно ясной литературы на этот счет. И кто, что это означает, что я казах? Я даже не знаю истоков. Это касается сейчас всех, и русских, и кого угодно. Может, Америка больше знает, потому что она уже не так давно эту цивилизацию развивает, но это все. Но это не цивилизация, основана на каких-то традициях духовных. Америка, она по-другому образована. Все забыто. Поэтому надо разобраться, кто же мы и откуда. Это йога. Спящий может вспомнить себя, когда проснется? Вот и все. Вот точно так же и мы можем это сделать. Нужно от невежества освободиться, и все, что требуется. А знания уже есть, мы же сказали. Чего вы думаете? Вы себя просто осознаете, как душу. Солнце встало, и все видно. Демоны сказали так, что Бог недостижим. Это наука демона. Бог – самое доступное существо для человека. И если он искренний, самое доступное. Никто так не поймет вас и не понимает, как он. Но они сказали, что Бог недоступен и вообще он не существует. А если существует, никакого дела до нас нет. Они его отстранили очень далеко. Они сделали невозможным этот процесс. Как они сделали невозможным этот процесс? Комментируя священные писания. Зачем же вы, негодяи, эти комментируете священные писания так, что люди потом теряют веру и надежду? Ведь священные писания нужны для других целей как раз наоборот. Дайте людям в руки это, дайте им почувствовать это, а не говорить, что где-то когда-то в том мире вы чего-то достигнете, а здесь это недостижимо, здесь страдаете просто. Поэтому религия, она может не существовать, как йога. Можно верить всю жизнь, но так и не знать ничего о Боге. И себя. Какой толк от этого? Ну, по этой причине мы уже люди современные, мы не в Средневековье живем, мы изучаем Шапанишан, изучаем Бхагавадгиту, Сримад Бхагаватам. В Средневековье нас бы сожгли на костре. Всех. Всех дуэлинов. В советские времена всех посадили бы в тюрьмы. Всех дуэлинов. Но вот Господь Читание дал нам возможность изучать эти книги. Шрила Прабхупада здесь говорит про сбалансированную систему развития. А вот как сбалансировать в виде и о виде? Видели канатоходцев? Надо учиться у них. Тогда вы должны знать, что вы идете на острию бритвы. И можно упасть. Если высота большая, это особенно опасно. И вы можете видеть, что когда канатоходец выходит вот на этот канат, он очень внимателен. Он очень внимательный, знаете, падать нельзя. Он должен быть полностью собран. Вот таким образом можно сбалансировать. Этому надо учиться. Сначала это невозможно. Устали, как это возможно стоять на веревке? Все в цирке смотрят, как это возможно. Попробуйте, да, все. Каждый упадет. Но постепенно вы научитесь. Постепенно, с опытом, можете бегать по этому канату. Сальто там крутите. Все, джай. Как это просто цирк, это просто чудо. Да? Вы можете балансировать эти вещи. Почему? Потому что и в виде служат одному источнику. Есть равновесие. Есть сила тяготения. И почувствовав эту силу тяготения, вы можете найти с ней эти отношения, равновесие. Что не будет перекоса ни туда,
не туда, но вы должны балансировать, потому что вы на острие бритвы. Всю жизнь вы должны балансировать, и придет опыт. Это вопрос личный, видите, мы должны учиться этому. Просто пытайтесь, 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 пытайтесь. Ваша милость, вы сказали то, что знание сходит сверху вниз, и то, что невозможно как бы снизу получить это знание. И как бы возникает вопрос, как бы это получить знание, потому что может быть то, что мы можем в крайний совпадать, либо сильно делать какие-то усилия, как бы, ну, я делаю уже усилия, дальше, ну, соответственно, знание должно как бы прийти, либо как бы лежать на диване и ждать, когда оно сойдет само. Да, вот уже хороший пример, что лежа на диване, мы видим солнце, нужно выйти. Вот эти усилия совершить нужно, чтобы выйти на солнце и все. А знание уже есть, свет уже есть. Человек спит в темной комнате и не увидит солнце. Нужно подняться и в городе это все как бы вот плохие примеры. Но если вы выходите куда-то в чистое место, там живете какое-то время, вы удивляетесь рассвету, там закату, вы видите все это вот в таком непосредственном виде. Нет помех, ни шигун, сатва. Вот таким образом постигается знание. Вы же чувствуете радость и восхищение, удивление. Вот это и есть очищение, вот это и есть знание. Вот. Вот это запомните чувство восторга. Красоты, восторга и восхищения. Это может прийти не только от природы, от красивых каких-то видов природы. В основном это приходит от качеств чистых преданных. Они подобны солнцу. Прабхупаду, вот, читаете его книги, его биографию, как преданные рассказывают им с преданностью, любовью, вы начинаете чувствовать то же самое восхищение, вот этот восход. Таким путем. И это в конце концов заканчивается тем, что мы можем чувствовать, восхищаться играми Кришны. Так же. Это очень удивительно. Когда я вижу, что есть полное целое, что исходит из него полнота. И что в принципе ничего нового, ну, нельзя выдумать, да, потому что все уже есть. Вы говорите, что невежество — это не энергия. То есть получается нечто, ну, нечто пассивное, да? И как, откуда тогда вот желание и стремление у живых существ, столько завести нового и построить этот цивилизационный мир? Да? Потому что есть страсть. При помощи страсти все создается. Невежество ничего создать не может. Как вы понимаете, я думаю, что вы понимаете, что гуна — это взаимоотношения. Гуна — это определенные взаимоотношения. Качество — это отношения. Невежество, когда нас все покидают, это отношения со знаком минус. И у нас нет ничего. И я никому не нужен. Это пассивность, беспомощность, брошенность. Меня покидает и разум может покинуть, и здоровье может покинуть. Это уход энергии. Это взаимоотношения. На самом деле существует только одна гуна в материальном мире — невежество. Бхинна Пракрити — она отделенная энергия Кришны. Кришна покинул этот мир лично. Но она предстает в трех гунах. От сочетания души с материей отношений зависит. Есть сатва, есть расстрасть, есть как таковое невежество. Это все одно невежество, но с разным добавлением духовной энергии, уже личной силы. И вот и говорите, что постепенно вы личную силу все равно потеряете, если не имеете этих отношений. Все равно вы скатитесь в невежество, потому что вы находитесь в области невежества. И личные силы недостаточно преодолеть океан невежества. Поэтому пока человек с Богом общается, он поддерживает эту свою силу, свою энергию. Он получает что-то, не теряет ее. Иначе он все растратит попусту. Всю свою жизнь бесполезно. То есть потеря энергии называется это. Это отношение. Вот энергия может прийти, может уйти. Вот служите Кришне, и Лакшми придет. Она придет в эту жизнь.
придут вперед энергия, энтузиазм. Все основано на энтузиазме, на этой энергии, желанию служить Кришне. Как? Бескорыстно, с любовью. Вы никогда не пойдете в невежество, в беспомощное, никому не нужное состояние или в отвратительные формы существования. Что он всепривлекающий, будем наделяться этой его энергией, это отношение. Гуна — это отношение тоже. Гуру Махарадж задавал был вопрос насчет баланса видия-видия. Я не очень поняла, я как-то что-то даже не запомнила, где в комментариях об этом было, что надо балансировать. Я вот насколько из лекции поняла, что видия — это свет, а видия — это отсутствие, да, знания. То есть я так понимаю, что этот, ну, как бы вот этот свет знания нужен, ну, все осветить, и тогда видия просто не будет. То есть в духовном сознании, получается, там же нету вот этой вот видии, там все заполнено светом. Ага. Даже практикуя сознание Кришны в виде, вы должны помнить, что мы это делаем в сочетании с авидией обязательно. Поддерживая материальное тело. Это авиди, путь авиди. Вот это нужно постичь одновременно, знать то и другое. Не думайте, что вы полностью трансцендентные. Вы должны всегда знать, что я имею материальное тело, я соприкасаюсь с гуной материальной природы, хотя я повторял Хари Кришна мантру. Я знаю то и другое одновременно. Тогда вы будете балансировать. Вот тогда вы дойдете до конца. Потому что иначе получается, что духовная жизнь означает, что в монастырь уйти. Так люди понимают. Потому что я человек семейный, светский, как я могу? Тогда нужно уходить в монастырь, что ли? Но до этого я еще не дорос, или как, может, в старости это сделаю. Я не знаю, как сочетать эти вещи. То есть. Но здесь говорится как раз именно эта вещь, что нужно сочетать то и другое, помнить то и другое. Видите, Прабхупада говорит, сначала дхарма, артха, артха потом, экономика. Но это же не материальное. Да, здоровье должно быть. Мы же заинтересованы в здоровье. Это материальная сторона. Но для чего? Чтобы достичь знания. Человеческое тело ценно, нужно здоровым поддерживать, чтобы при помощи человеческого тела и разума обрести видию. Поэтому мы сочетаем друг друга. Опять-таки продолжение этого вопроса. Если то есть, в каждом индивидуальном случае это уже какой-то индивидуальный подход, что будет признаком того, что вот этот баланс он соблюдается? И что будет признаком того, что этот баланс он не соблюдается и нужно пересмотреть? Счастье. Да, преданные должны быть счастливы. Видели преданных несчастных? Баланс не соблюдается. Поэтому так происходит. Несбалансированная жизнь. Ум — причина страданий. Неправильно думают, неправильно отношения строят. Поэтому счастье. Преданный должен быть счастлив. Хорошо. Трудно строить отношения. Что тогда? Служите Богу. Мангаларати. Каждое утро. Садхана Бхакти. Серьезно, примите это. Все равно вам будет хорошо. Будьте счастливы. Сбалансированы. То есть невежество, но это и есть страдание. Как же мы будем счастливы? Если все в балансе. Счастлив, но серьезен. Не беззаботен. Преданный, но серьезен. Однажды Прабхупада, он фото сфотографировали ученики. Одна ученица сказала: Прабхупада, здесь такой несчастный. Он говорит: о, это были минуты глубокого экстаза. Разлуки с Кришной. Но это счастье, это жюри. Это настроение преданного. Поэтому чувствуйте, если вы чувствуете, что вы несчастны, удовлетворены, у вас внутри какой-то бунт, несогласие постоянно, вот, какая-то критика. Знаете, жизнь не сбалансирована. Либо она внешне сбалансирована, но вы не думаете об этом. Ум не включаете свой ум в процесс. Знаете, что будет в результате? Вы бросите практику. Если ум не будет вместе с нами повторять Хари Кришна мантру, вы бросите Хари Кришна мантру. Рано или поздно вы ослабнете. С умом вместе. Ум тоже должен участвовать в этом. Пригласите его. Он негодяй, конечно. Он говорит: я преданный, но сам не участвует. Так, забежит, посмотрит, повторяется и убежит снова. Как ребенок он еще. Только когда на обед его загоняют, он соглашается, чтобы поесть. Когда ему уже совсем голод, вот так вот, что, знаете, вот, да, нужно мантру взять и на киртан пойти сильно точно. Он еще как ребенок.
Гуру Махарадж, вот в 10-й мантре здесь говорится, приводится 18 заповедей, и вот 17 заповедь говорит о том, что нужно развивать себе вкус к уединенной жизни в тихом и спокойном месте, атмосфера которой способствует духовной практике, избегать людных мест, где собираются материалисты. То есть это 17-е, то есть мы готовимся, вот, ну, 16 у нас есть уже заповеди, которые мы уже освоили, я так понимаю. Вот, и, но у нас есть пример Прабхупады, который все эти заповеди, он, ну, уже, это его была природа, и он не был в едином месте. И... Если вы распространяете Вриндаван, вы живете в Вриндаване всегда, вы находитесь в Вриндаване. Это интересный момент, приятный. Попытайтесь оценить вот этот момент свой, личный, где вы живете. Если вы живете просто в Алма-Ате, или вы работаете, так живете, это одно. Но если вы живете во Вриндаване в сердце, это совсем другое. Вы всегда должны жить во Вриндаване в сердце. Находиться во Вриндаване. Это так же, как человек в семье. Пример материальный. Он может быть на работе, может быть где угодно, но он живет в семье. Он никогда не забывает об этих отношениях. Это так же, как женщина в Индии, она может на голове нести, знаете, вот целый вот, как это называется, ярусы, ярусы там этих горшков, иногда просто все фотографируют, снимают, потому что это как вот чудо какое-то. И тут еще у нее ребенок там, и она еще разговаривает свободно, она вообще не беспокоится, но она помнит об этом всем, не забывает никогда. Так вот, где вы живете? Вот в этом вопрос уединения. Внутри вы должны быть всегда с Кришной, в этих отношениях находиться. Внутри должна быть вот эта гармония отношений. Это внутренний вопрос, где мы живем. Если мы воспеваем, если мы говорим о Кришне, то мы живем в Вриндаване. Если вы поддержите к этому вкус, это признак того, что человек на самом деле в Вриндаване живет. Не где-то еще. Разве не так приятно? Можете не давать отчета, может быть, в практике. Но как только приедете во Вриндаван, сразу знаете, вот я живу. Так ведь? Через год вы приедете во Вриндаван и скажете, вот я откуда. Вот мой дом. Потому что повторяете Хари Кришну, потому что вы читаете книги о Кришне, потому что проповедуете, и вы живете во Вриндаване. Возможно, когда есть независимость от внешних. Это может влиять, может влиять. Майя может влиять, но вы должны вспоминать регулярно, кто вы, откуда. Преданные так устроены, что если кто-то забывает, ему сразу напомнит. Ты что, в Майе скажет? В Майе будет позорно для преданного. Преданный стесняется. В Майе? Нет, я не в Майе. Все, я повторяю, все нормально. Я читаю, я слушаю. Я служу Кришне. Я не хочу быть моим. Гуру Махарадж, вот по поводу вот этого ума беспокойного, у вас есть какие-то такие свои секреты, как повторять мантру, максимально погружая вот в нее? Есть секрет, да. Но это секрет же. Нужно, хорошо, я скажу. Раз уже секретная тема затронута сегодня. Совершенно, гриф совершенно секретная. Хорошо. Нужно повторять языком. И два уха. Или одно хотя бы. И все. Слушать то, что нужно. В этом секрет. Вы еще не слышите мантру. Вы пытаетесь. Это так же, как ребенок. Ему нужно несколько раз повторить или объяснять долго, пока он услышит. Много комментариев давать. Если не понимает, палку показать. О, понял, наконец. Палка — это материальная природа, которая бьет нас иногда. А гуру — тот, кто постоянно говорит о Кришне. Одно и то же. И вот с двух сторон палка от материальной природы. И постоянное повторение Шраванам Киртанам. И постепенно, постепенно, постепенно мы начнем слышать. Уже что-то слышим. Но еще не все. Человек — это единственное существо, которое способен слышать.
животные едят друг друга с удовольствием. Когда человек смотрит, какие звуки издает вот это существо, которое вот жертвой оказалось, он слышит, что происходит. И в ужасе. Кровь, что стоит, какая жестокость. Он слышит, он понимает. Лев нет. Но он не слышит. Он только знает, как ему это нравится, как вкусно, как интересно. Он играет, потому что не слышит. Это животное. Но человек слышит. Что? Посмотрите, послушайте, вы что? Что вы делаете? А кто-то не слышит. Вот и вся разница. Шраванам, киртанам, вот еще у него очень важно. Учитесь слушать, старайтесь слушать. Ум должен слушать. Потому что на самом деле не ухо слышит, только сердце. Продолжение этой темы. Я хотел задать вопрос. Вы говорили, что на начальном этапе, когда преданный повторяет джапу, он, ну, ум у него там находится в каких-то ситуациях своих, так далее. Потом дальше этап, это когда ум уже погружен в преданное служение, подумает, как лучше совершить служение. И вот то, что вы сейчас сказали, слушать, это потом приходит, то есть это уже следующий этап. Слушание приводит к практике. Если мы услышали, мы начинаем делать что-то. Это признак того, что человек слышит. Он делает. Делает, он лучше слушает. Это вместе. Вместе помогают друг другу. Наше практическое служение и слушание. А если мы услышим то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, мы сразу предадимся Кришне. Сразу. Как Арджуна, он просто услышал один раз, и все. Но нам нужно время, чтобы услышать. Слишком много принято ложной информации в ум. Слишком много покрытий. И теперь это уже признано современными людьми, что человек запутался. Полностью. Современный человек запутался. Поэтому нужны первоисточники. Как все начиналось с самого начала. Кто я, душа, кто такой Бог, все восстановить заново. Начать жизнь заново. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Джай. Гуру Махарадж ки джай. 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 Джай.